Магоса. Дело в том, что он исполнил в произвольной программе три четверных прыжка. Четверной тулуп, четверной сальхов и каскад. Четверной сальхов и тройной тулуп. То есть это уникальное достижение. Он пытался это сделать с самого начала сезона. У него чуть-чуть практически получилось на первом этапе гран-при. Один четверной тогда не вышел. Здесь все получилось чисто. Потом сдвоил прыжки и в итоге... Хавьер Фернандес выиграл произвольную программу, но, к сожалению, вот тоже вопрос, понимаете? Вот давайте посмотрим. Человек, который прыгает три четверных, выиграл произвольно, но по сумме оказывается за пьедесталом почета. А это Юдзуро Ханю, который был третьим после короткой программы, и его... Ну, тогда запарил. Вместо четверного зальта, но только двойной.
аплодирует Брайан Орсон своему очередному суперталантливому ученику. До этого он аплодировал Хавьеру Фернандесу, но вот Юдзуру Хани не смог его опередить по произвольной программе, но по сумме превзошел. Честно говоря, Александр, сколько я смотрю за Ханью, он для меня по-прежнему какая-то загадка. Я не могу понять до конца этого парня, этот характер, чего он хочет. И, точнее, чего он хочет, в принципе, это можно, да, это достаточно просто ответить на этот вопрос. Но как он хочет этого добиться, для меня пока не очень понятно. Он просто катается пока. Просто катается, получает свое катание удовольствие. Я думаю, что он выкладывается вот на свои возможности на сегодняшний момент. У него перспектива очень неплохая. Он довольно такой, знаете, смышленый фигурист, смотря на его. И вот если тренер показывает, чтобы здесь сочеталось в душе с головой, с умом, значит, он знает, что он может и ум включить, и душу. Вот. А при постановке, при такой технике, у него готовая техника. Добавить немножко хореографии, не знаю, может быть, сюжетную линию добавить, посложнее сделать программу. Вам тоже показалось, что она чуть-чуть такая пустая, рук много? Немножко детская программа, но специально Орсер это не делает, чтобы, не знаю, прыжки не поломать, чтобы, может быть, уверенность в прыжках. И так он пока хватает, видите, он так в лидерах. Вот, да. Если добавить программу... Причем не просто в лидерах, у него компоненты очень хорошие, у него компоненты близкие к компонентам Патрика Чан. Высота, посмотрите, сколько, не знаю, под метр на высоту над льдом. Прыжки очень высокие, очень правильные, хорошее положение корпуса в воздухе, на выезде. Тут все у него есть, метбалки шикарные. И гибкость есть, и музыкальность есть, то есть это фигурист большой перспективы. Поэтому судьи не дают аванса, они его оценят совершенно справедливо. Ему исполнилось 18 лет, как раз в день короткой программы здесь, в Сочи. История схожа с историей Мао Асады. Он в 2009 году выиграл юниорский чемпионат мира. В общем, появился очень-очень рано он в фигурном катании. Вот то, что вы говорите, вот он, и техника у него готова. Это, конечно, заслуга Саитрова Тузуки и Нанами Абе, его тренеров предыдущих. Но вот после японских специалистов он переехал к Брайану Орсеру, отправился в Канаду. И Брайан Орсер и Трейси Уилсон с ним работают. Хореографы Дэвид Уилсон и Джеффри Баттл. Между прочим, чемпион мира.